Привет, мои орли, и я вчера отсутствовал, поэтому на трейлер внимания не обратил, но я видел ваши сообщения в ВК, спасибо, пишите их почаще, иначе я опять все буду пропускать. И спонсор этого видео, да, у видео есть спонсор, это моя бабушка, которая подарила мне эту футболку, а-ля мне 14 лет. В общем, я с ней выгляжу моложе, посмотрите, сразу помолодел на все 10 тысяч лет. Ладно. Будем разбирать трейлер, потому что это действительно интересно. Слушай, то, что Telltale закрылась, пошло в итоге игре на пользу, она стала лучше. Просто помните предыдущие трейлеры, которые были, ну, что-то такое. А вот здесь прям хорошо, тут музыка, тут прям кадры подобраны, вот красиво. Вот понимаешь, они могли всегда это делать. Ну, то есть это те же разработчики же делают практически. Но, видимо, руководство Telltale что-то там, они, я не знаю, видимо, видение у них странное. Вот делают разрабы, они понимают, как надо. И тут интересный момент с тем, что начинается трейлер прямо с того момента, когда мы просыпаемся на корабле, и первое, что мы видим, это, ну, это явно не человек, это очень похоже на зомби, учитывая его вот эту всю структуру, хотя может это человек. И знаете, что меня напрягает? Первый же, практически с первых же секунд, мы видим вот этого чувака в маске, который шепчущийся, который в маске ходит среди зомби. Этого же быть не может, это исключенный выбор. Например, если я выбрал не убивать Лили, его не будет. Вопрос в том, а как тогда будет развиваться сюжет? Вот это самое интересное. То есть, видимо, здесь выборы действительно будут играть роль. И там дальше в трейлере мы тоже, мы видим Лили. И это, блин, два взаимоисключенных ситуации. Они не могут существовать в одной, в одном таймлайне. Потому что, ну, мы убили кого-то из них. То есть, либо масочник умер, либо Лили мертва. И вот это самое интересное, а что же будет, как это будет работать? То есть действительно ли концовки будут прям супер отличаться, и у нас будет прям одна сюжетная линия, а будет совсем другая? Вот я хочу, я обязательно перепройду, естественно, вначале пройду там, где я убил Лили, потому что... Или слушай, там, где не убил, я пока не знаю, я не решил. Посмотрю, какие у меня сейвы лежат заранее, чтобы все по красоте и как положено. Там решим. Но в итоге пройду, конечно же, два варианта. Один на видео, другой на стриме, чтобы все было хорошо. Ну и то есть мы видим, что они выбрались с корабля. И мы видим Вайлет в трейлере. Я думаю, что на ее месте может быть и Луис, в зависимости от наших выборов. Я как-то так думаю. Скорее всего, вот эта рыжая будет обижаться на подобный исход событий. И нам показывают Лили прямо здесь. То есть, черт возьми, ну... Это быть не может, то есть вопрос, ну, как это будет работать, кто будет за место Лили, и никого не будет, если Лили мертва. Это самый, слушай, меня прям распирает, это действительно игра, которая зажигает во мне огонь моей души. Что будет? Ну как вы это сделаете? Как вы это оформите? И очень классная музыка. Ну, слушай, вот показали вроде одну минуту, но вопросов-то сколько. В общем, ждем, получается, 26-го игры заранее. У меня не будет, потому что перестали давать заранее после закрытия Telltale. Вот все так получается. Так что играть я начну в 8 утра, скорее всего, как и предыдущий эпизод. Он выйдет в 8 утра по Москве, 26-го. Так что в это время и я сяду и буду играть. И спасибо Epic Game Store за то, что игру дали бесплатно. А то, знаете, уже не могу дождаться. Можно просто я посплю 5 дней, проснусь, 26-е будет.